Улыбчивого всем настроения. Сегодня у меня две балерины. Я их давно не вязала, очень за ними соскучилась и прям с таким вдохновением взялась за работу, что просто сделаю их, не знаю, за 2 дня. Это будет подарок для девочек-близнецов. Родители им заказали 2 абсолютно одинаковые куклы в лавандовом цвете. При таком выборе фатина очень много сейчас палитры цветов. Даже у меня есть, наверное, 5 разновидностей фатина. И они решили им заказать 2 абсолютно одинаковые куклы. Но даже если абсолютно близнецы одинаковые во всем и вкусы у них, что прям тоже одинаковые. Мне кажется, у каждой девочки есть предпочтение своего цвета. Кому-то розовый нравится, кому-то фиолетовый, желтый, красный. Ну, родителям, наверное, виднее, и они решили так. Поэтому я вяжу 2 абсолютно одинаковые балеринки в лавандовом цвете. И, кстати, насчет выбора фатины. Я купила новый цвет. Посмотрите, какой он красивый. Сейчас на камере он блестит, но вживую он такой, как сейчас говорят, пудровый, пыльный, такой грязно-розовый. И я уже присмотрела пряжу джинс под этот фатин, и я думаю, будут очень красивые балеринки. Обязательно сделаю еще и в таком цвете. А сейчас я делаю 2 балеринки лавандового цвета. Продолжаем. Мои близняшки почти готовы. Сейчас они выглядят вот так. Абсолютно одинаковые 2 девочки. Осталось только сделать юбку и украсить причесочку цветочком. Кстати, это мой любимый цвет. Автор этой замечательной куклы Анастасия Макеева. В интернете вы можете ее найти, эту игрушечку, под названием «Маленькая леди». На моем канале тоже есть мастер-класс. Переходите, смотрите. Мастер-класс юбки-пачки тоже есть в моих плейлистах. Кому интересно, загляните. А сейчас я буду делать юбку и покажу вам уже готовый результат. Юбки готовы, и мои девчоночки тоже готовы одеваться. Я им ручки подняла наверх сейчас временно, чтобы было удобней пришивать юбку. Посмотрите на это нежное, воздушное, самый красивый цвет, какой только может быть, потому что это мой любимый цвет. Как же они мне нравятся. Еще секундочку, и мои красотки будут готовы. Вот и готовы 2 близняшки-балерины, абсолютно одинаковые куколки, очень нежная игрушка. И так как у меня есть новый цвет фатина, то я, конечно же, буду делать таких девочек еще. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости и провели это время со мной.